Всем привет! Крошечный остров Мгинга – это самый густонаселенный участок суши, который находится в Восточной Африке. На территории размером 2000 квадратных метров уживается 130 человек. Они обитают в лачугах и промышляют рыболовством. Тем не менее, Мгинга – это своего рода территория роскоши, ведь недельный доход его обитателей равен 2-3 месячным заработкам африканцев из соседних стран. Этот остров находится в водах озера Виктория между Угандой и Кенией. Первые поселенцы на острове появились в 1991 году. Ими стали два кенийских рыбака. Перед тем, как обосноваться на острове, рыбаки пригласили колдуна, который за 300 кг рыбы изгнал из Мгинга злого духа Калеле. За этими двумя рыбаками последовали еще 60 жителей из Уганды, Кении и Танзании. Главными причинами переселения стал богатый улов и возможность создавать собственную независимую коммуну, где все равны и нет коррупции и зла. К 2009 году число резидентов острова достигло 131 человека, после чего основатели прекратили принимать в коммуну новых членов. Что касается уровня жизни, то местные вполне довольны своим заработком. Недельный доход рыбака острова колеблется от 200 до 250 долларов. Это доход африканца из соседней страны за несколько месяцев. Женщины тоже не теряют время даром. Пока мужчины ловят рыбу, дамы пускают свое тело в дело. На острове находятся 4 публичных дома, 5 баров, несколько гостиниц, аптека и салон красоты. В свое время Уганда и Кения устраивали вооруженные разборки за право обладанием островом. Но договориться так и не удалось, поэтому Мгинга считается спорной территорией, а его жители платят налоги обоим странам. 25% получает Уганда, 25% получает Кения, и еще 10% уходит на содержание местной администрации и вооруженных сил коммуны. Но даже оставшиеся 40% позволяют обитателям острова жить на широкую ногу по африканским меркам.